а весь мир нам завидует. Вы говорите, весь мир. А они нам завидуют. Я вам точно говорю, я знаю, что я говорю. Я думаю, что Путин послан Богом нам, и слава Богу, что он есть. Путин! Путин президент мира! Ура! Да! У нас ничего нет. Вот нас забросили, и подыхайте. И все, расстреляйте нас, все, что мы не мучились. Каждой третьей семье не хватает денег на ботинки. Пенсионеры вынуждены искать себе пропитание на помойках. Мы учимся экономить на всем. Байден, ты зачем это сделал? У нас Путин нормальный, ему все завидуют. Вы меня извините, все страны завидуют. Чему завидуют? Что у нас такой президент. Чему завидуют? А как это так, чему? А вы не понимаете, чего? Кругом нас базы поставлены. А чего они хотят-то вообще? Чего? Хотят. А вы не слышите, чего они хотят? Их задача уничтожить нашу страну. В России больше 150 тысяч деревень и сел. В 36 тысячах из них живет всего по одному человеку, а еще 20 тысяч абсолютно безлюдны. По количеству мертвых деревень Тверская область занимает первое место. Там без жителей осталось 2500 небольших населенных пунктов. Дома стоят, а людей в них больше нет. Ну, Путин молодец. Это зависть людская. Им они завидуют России, что мы хорошо живем,